Поэтому первые прогулки по лесу или пикник могут быть опасными. Клещи являются переносчиками тяжелейших заболеваний, в том числе энцефалита. Так что, если вы все же собрались на природу, помните об элементарных правилах безопасности. На теле не должно оставаться открытых мест, как можно чаще осматривайте себя. Если вдруг обнаружили присосавшегося паразита, обратитесь в центр гигиены, где и проверят, является ли клещ переносчиком заболеваний или нет. Главное, не откладывайте в долгий ящик.